Ой. Что-то, блядь, ни одного бобра не проплывает здесь. Расстреляли, наверное, всех. Даже погрызов не видно. Но. Очкуют на такого большого червя клевать. В смысле? Там щуки ловятся. Ну. Окуней я хуй знает, я там ни разу не ловил. Ну говорят, что есть как бы. Да это кто? Кокунь? Или ёж? Да. Они на глубине любят ходить. На большой. Там их вообще дохуя, и они там здоровые и рыжие. Рыжие сюда вообще редко вылазят на малую глубину. Они 3-4 метра на такой глубине сидят.
Блять, мы, Денис, возле речки больше наловили. Я говорю, возле речки бы больше наловили. С утра, короче, мужичок полмешка там нахуярил. Так там, ебать, нихуя подъязки, блядь. Мы с Женькой охуели. Ну, видишь, я здесь хотел проверить. Женька тоже говорил, сюда надо сходить. Посмотреть место здесь. Ниже речки. Видишь, еще бы, блядь, на спиннинг можно было. Надо было это, прикормку. На прикормку бы оно шло, заебись. Она любая рыба пошла. Мы вот рыбачили на удочке почти даже и это. Похуй было, мы их сильно и не закидывали. Чисто на спиннинге хуярили. Так, я, наверное, пойду на первое место туда. Да помаленьку будем собираться. Хули тут торчать? Не хочет. Тин-т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 ин
это сделать так. С кольцами бы сейчас уже 200 раз зацепился здесь, пока шел.
О, какая радуга. Короче, поймали 10 пескарей. Ну, там одного, двух ершей и два чубака. Все. Денис больше всех поймал.